Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Друзья, добрый день. Сегодня у нас 2 июля. У нас, в принципе, все, что могло случиться в одной поездке, случилось. У нас поменяли рейс. Мы вылетали не из Киева, а из Одессы, потому что рейс полностью сняли. И еще у нас будет перебронь отеля и замена одного отеля на другой. То есть так называемый овербукинг. Посмотрим, что нам новое дадут. Жили мы в отеле Палермо. И сейчас оператор Мария Тревел должны приехать. Задерживаются они. И перевезти нас в другой отель. По правилам они должны нам предоставить отель такого же уровня. То есть та же береговая линия, тот же тип номера или лучше. Посмотрим, будет ли это так. Отель находится на улице с длинным названием номер 432. Он недалеко находится от отеля Палермо. Значит, это у нас отель Sea House, в который нас переселили, в морской дом. Номер 504, стандартный, с двумя отдельными кроватями. Видите, морская тематика, бирюзовые стены, кондиционер, плазменный телевизор, есть холодильник, балкон с видом на горы, что очень хорошо, потому что вот мы жили в Палермо, было шумно в последний день, когда мы там доживали. Дискотека, шум, гам, и до 12 ночи было очень шумно. Ванная комната. Она небольшая, меньше, чем в Палермо, но, в принципе, какая разница. Все в плитке, все аккуратно, душ. Еще раз номер. Покрытие здесь плитка. Шкаф, ну, все, что нужно для жизни. Номер 502, это уже у нас люкс. Покрытие здесь у нас тоже плитка. Видите, он состоит из двух комнат. Первая комната, здесь два дивана. Один диван, два кресла, кондиционер индивидуальный, холодильник, плазменный телевизор небольшой, большая кровать, еще одна кровать, балкон с видом на море и на дорогу. Балкон небольшой, такой типа французского. И второй рядышком балкон, видите. Вид открывается красивый. Одна ванная комната, такая же белая плитка, чуть-чуть больше, чем в соседнем номере, ванная комната, душ. Еще раз. И вот второй балкон, это люксовский номер. В номере у нас максимум 5-6 человек размещения. Это у нас хозяин отеля Гела. Гела? Да. Все правильно. Вот вы к нему будете приезжать, обращайтесь. Очень гостеприимный хозяин. Это номер 506. Он немножечко другой. Одна большая кровать. Покрытие плитка. Кондиционер индивидуальный, телевизор, холодильник. Балкон небольшой с видом на горы. И тут есть боковой вид на море. Вот видите, вот он. И на дорогу. Сезон только начинается, они только готовятся, поэтому все вымыто, чисто, аккуратно. Санузел такой же, как и в соседнем номере. Номер 501, это тоже люкс. Видите, плазменный телевизор. Такой же, как и соседний, но здесь боковой вид на море. Вот он, балкон с прямым видом на море, на дорогу, на соседний отель. Две кровати, одна большая, одна маленькая. Еще один небольшой балкон, такой же, как в соседнем люксовском номере, с видом моря, парк, ванная комната, на 6-м этаже находится ресторан, здесь можно заказать еду покушать, только что был, видимо, обед, судя по всему.
хорошая здесь терраса с видом на море. Большие зонтики есть, можно и вечером посидеть, и сейчас посидеть, если хотите, в течение дня. Вот какая она большая. Какой вид шикарно открывается. Меню ресторана Sea House. Здесь можно заказать, видите, цены здесь ниже, чем в городе немного. У ребят надо заказывать за 40 минут где-то, чтобы они успели приготовить и принести сюда. Поэтому пришли, заказали, пошли погуляли, через 40 минут пришли и кушаете. Да. Это контактные данные отеля Sea House. Один из этих номеров будет вайбером, можно связаться электронно. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Хотите быть в курсе последних новостей? Подписывайтесь на мой канал, и всегда будете знать, что происходит в сфере туризма.